Ну, опять, это же вопросы, да, которые... Это политологические вопросы. Я могу ответить только то, что... Наверное, да, что-то есть. Кто-то пытается неким образом вмешиваться в дела другой страны, в дела других стран. Кто это? Комитет там 20, 300. Я не могу точно сказать. Но то, что, конечно, любое, наверное, правительство, оно неким образом пытается влиять на страну, менее слабые. На данный момент, наверное, достаточно сильная, может быть, самая сильная страна, да, это Америка. Поэтому их интересы, я думаю, распространяются не только вот там, где они находятся исторически, да, но и они пытаются свои интересы продвигать в другие страны. Поэтому... Наверное, также, вот когда мы очень станем сильными, наверное, также будем действовать и мы. И это правильно, в принципе, да? Вот. Но мне сейчас нравится, вот в нашей стране, кто бы как ни говорил, кто бы как к ней ни относился, да, то, что мы для себя определили вот некие пути развития. Может быть, они неправильные, может быть, они правильные, но это наши пути развития, и мы им идем. И вот за это, к сожалению, как мне кажется, вот нам сейчас и мстят. То, что мы не поддаемся, то, что мы стали сильными, и то, что мы идем своим путем.